Всем привет, ребята, вы на канале Сапфирка Плей. И сегодня я привет. И что? Потом. А потом. Я хочу пельмени. Я предатель. А ладно, мы не будем здесь. Типа такая-то я милая. Если уйти из этой комнаты, покажется, что ты очень слишком подозрительный. Я лучше закрою тут. Типа я делаю задание. Что это делать? А, откройте, откройте двери. Победила, ребята, я был первый раз предателем, блин. Кстати, оранжевый всегда предатель, потому что у меня сыр на голове, блин. Это кто-то так победили, блин. Зачем вы за меня не проголосовали? Вот зачем? Я никого не убила, а еще она закончилась. Надо было мирными было помочь, потому что я... Ну хорошо, давайте пойдем другую карту. Уже я была предателем один раз. И пойдем ТикТок 2. Пойдем сюда. Угу. Ну здорово, я теперь хочу быть постоянно оранжевый. Все, я сырник. Все, я сырник. Я сыр. Все, я убью голубого. Он постоянно, мне кажется, каким-то чумной доктор. Соски. Давайте, уже начинаем. Давайте. Я всегда становлюсь предателем. Мне как-то повезло. Первый раз предатель, блин. Давайте, начинаем. Начинаем, я могу только сказать, блин. Ребят, на заднем фоне вы не будете знать. Блин, я ж не... наверное, ТикТок 1, наверное, снимает там видео. ТикТок 2 снимает там видео. И мы ему мешаем. Я член экипажа. Я был один раз предателем, блин. Что-то мне не повезло, закрыли двери. Вот закрыли двери, вот за что нам? Вот за что нам? ТикТок один, наверное, предатель. Потому что он какой-то слишком подозрительный. Я постоянно бываю подозрительный. Потом кто-то бывает подозрительным, блин. Какой-то слишком подозрительный был. Нет, не подходи ко мне. Какашечного света, блин, он какой-то... Какой-то подозрительный. Подождем, что? Две победы подряд? Это что ли? Быстрая победка? Ребят, наверное, давайте мы на этом закончим. Вы были на моем канале Сафирка Плей. И всем пока! Это какой-то... Было какое-то сумасшедшее. Я не была предателем, так что... Я сейчас побуду чуть-чуть беленькой. Нет, ребят, нет. Нет, пока мне еще... Зачем начинается задание? Господи, ну давайте начнем уже. Всем пока.